Не было этого. Не было этого. Не было. Всем привет, с вами Inform TV. Валерий Гатаев всегда мечтал реализовать себя в качестве комедийного актера, но эта задача оказалась ему недоступна. После создания образа Фрола Курганова в картине «Тени исчезают в полдень» он получил всенародную любовь, но многие проекты в итоге для актера оказались закрыты. Режиссеры боялись предлагать второстепенные роли артисту, который создал такой яркий образ, поэтому ему было трудно искать для себя работу. Кинематограф в жизни Валерия появился в 62-м, после того, как он случайно оказался на съемочной площадке. С той минуты Гатаев влюбился в мир искусства. После актерского факультета он перебрался в Тверь, где получил образование при филиале МХАТа. Потом в судьбе талантливого человека случился роман с Калининским драматическим театром, который продолжался 20 лет. Первая звездная роль закрыла двери в мир большого кинематографа, поэтому он отдавал все силы театру. На любые предложения Валерий всегда отзывался, не перебирая масштабами или жанрами. Вскоре после успешного дебюта в его жизни случилась картина «Последний гайдук», которая не получила широкой популярности, но дала артисту претендовать на возможную дальнейшую жизнь в кино. Оставив мечты о всенародной славе, Гатаев не претендовал на покорение столицы. Но именно в это время судьба сделала ему подарок в виде приглашения от Татьяны Дорониной. Актриса после конфликта с прежним партнером Олегом Табаковым искала нового артиста, который идеально подходил бы на роли в МХАТе. Узнав о его таланте, она переманила Валерия в свою труппу. Именно Доронина помогла актеру с приобретением квартиры и всячески ему помогала, несмотря на слухи о их романтических отношениях. За спиной артистов постоянно шептались, но у этой теории все равно не было никаких подтверждений. На тот момент у каждого из звезд была своя личная жизнь, поэтому их пути пересекались только в рабочих моментах. С первой супругой Людмилой Валерий познакомился еще на заре карьеры. Их брак не спасло даже рождение сына Артема, но отец всегда принимал участие в жизни наследника. На момент встречи со второй женой Ольгой Дубовицкой актеру было уже 50, но это не стало преградой для чувств. Молоденькая актриса, пришедшая в театр, покорила взрослого мужчину, после свадьбы с которым подарила ему двух дочерей. Отцовство вдохновило артиста, сделав его по-настоящему счастливым. Гатаев строил планы, много работал ради будущего своей семьи и не знал к себе жалости. В тот период в жизни Валерия было много интересных предложений и в кино, и в театре. Спустя много лет после дебюта он перестал быть заложником одного образа. Вот только сил и здоровья для новых свершений у талантливого человека оставалось уже немного. Театральные проекты давались уже с большим трудом, поскольку требовали огромной самоотдачи. Давние проблемы с сердцем и сосудами все больше обострялись, но Гатаев игнорировал тревожные звоночки. Он продолжал из последних сил принимать участие в театральных постановках и сниматься в кино. Своим участием артист украсил проекты «Каменская» и «Две судьбы». Зрители, наконец, перестали ассоциировать его с Фролом, что вдохновляло Валерия на новые работы. Но им не суждено было воплотиться. В июне 2011 года жизнь оборвалась после длительной болезни. Доктора не смогли ликвидировать последствия сердечного приступа. Наследники звездного отца не стали продолжателями актерского рода. Артем стал командиром специального реагирования Росгвардии, дослужился до звания полковника. Татьяна и Мария выбрали непубличные профессии, они отказались от любой популярности. Если вы помните замечательного актера Валерия Гатаева, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!